10 сентября уже в эту субботу люберцы отпразднуют День города. В течение всего дня жители ждут концерты, спортивные соревнования, выставки, мастер-классы. А в 21 час прогремит праздничный салют. В этом году его можно увидеть с 6 точек. 2 в самих Люберцах, на площади перед зданием администрации округа и на Ташинских прудах. И по одной точке в Томилине, на улице Пионерской, у гимназии номер 18, в Малаховке, в парке Малаховское озеро, в Краскове огнями озарится Кореневский карьер, а в Октябрьском автодром на улице Текстильщиков.